Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рад, что вновь могу обратиться к вам в этом видео. Есть несколько объявлений, которые сегодня я хочу вам представить из жизни и служения нашей общины. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, это то, что наше богослужение в эту субботу будет проходить в Сан-Хуан-парке. Слава Богу, воздух стал чище, а это означает, что мы вновь можем встретиться. Хочу напомнить, наше служение начинается в 9 часов утра, не опаздывайте. И еще одна важная деталь. После служения у нас будет членское собрание. Не пропустите эту встречу. У нас есть ряд важных вопросов, которые нужно решить всем вместе. Хочу также сказать несколько слов по поводу Вечери Господней. Служение Вечери Господней будет проходить в последнюю субботу этого месяца, то есть через субботу, и, скорее всего, оно будет проходить в парке. Но окончательно мы решим этот вопрос на нашем членском собрании. Хочу напомнить, если кто-либо по каким-то причинам не может прийти на наше служение, но хотел бы принимать в нем участие, в четверг, в канун той субботы, когда будет Вечеря Господня, вам нужно будет подъехать в нашу церковь с 3 до 5 часов вечера, и вы сможете получить тот набор для Вечери Господней. Если же вы не можете приехать, потому что у вас нету транспорта или, опять-таки, по какой-то другой причине, пожалуйста, позвоните мне или старшему диакону, и мы с радостью поможем вам решить этот вопрос. Это были все объявления, с которыми я сегодня хотел к вам обратиться. Желаю всем вам Божьих благословений и до встречи в эту субботу.